Заключительный день по греко-римской борьбе принес сборной России максимальное количество золотых наград. Наши студенты оказались лидерами во всех трех финалах. Тяжеловес из Красноярска Никита Мельников на всем турнирном пути не знал себе равных. Соперникам так и не удалось завоевать в схватке с ним хотя бы один балл. Вот и в финале россиянин за явным преимуществом одолел борца из Армении Артура Алексаняна 5-0. Новосибирцы Роман Власов и Иван Куйлаков также не испытали проблем с оппонентами. Родные стены и поддержка трибун вдохновила земляков на победу с одинаковым счетом 3-0, проявив при этом завидную синхронность. Я не знаю, что бы было, если бы я боролся на этих же соревнованиях за границей. Может быть, я так и не выступил бы. Но лучше некуда, значит, получается, поэтому мне публика помогла.